вами снова Женёк, и сегодня мы поиграем в игру Dead Tank Now. В переводе как «Неизвестная смерть». Ну, неважно. Погнали. Управление ВСД. И фонарик я открывать. Так. Нихуя не видно. Где мы, блядь, и что мы? Мы, видимо... Погоди. Мы приплыли сюда на лодке. Охуен? Что нам тут надо? Сердцем нашего героя. Погоди. Телефон. Что? О, бля. А, у нас садятся батарейки. Стой. Пиздец. Что там говорили, но звук не самый лучший, да и голос тоже нихуясь. Закрыто. Тут ничего. Да, батарейки садятся, и батареек пока я больше тут не нашел. Ёб твою мать. Господи, что это за хуйня? Буква ебаная. Так, ну у нас вариантов вроде больше нет. Вот эту дверь мы проверяли. Нет, тоже закрыто. Ладно, погнали в подвал. Кейс. Ай, нам надо будет найти ключик, наверное. Лампа. Ебать. Пиздец. А, чё? Кто мы, что мы, что нам тут надо сделать? Это что за хуйня? Ключик. Отлично. Погоди. Что это? Рука. На руке что-то есть? А, нет, показалось. Тем временем пошли детали. Тут тоже закрыто. Речки. А, наверное, к тому шкафчику. Не к шкафчику, а к сейфу нам надо сейчас будет. Я думаю. Бля, кто-то. Кто-то к нам бежит, что ли? Так, тут еще один ключик. И, видимо, он. Ай, блядь, ёбаный ты нахуй! Ха-ха, сука. А, чё говорил-то? Ёб твою мать. А, взяли ключ мы, бля. И, наверное, он... О. И заодно, блядь, подойдёт и... Ай, похуй. К двери какой-то, короче. Так,
Не, погоди. Или нам надо туда? Ну как мы можем открыть ключом то, что... Бля, иди нахуй. То, что запирается. Ой, блядь! Ёб твою мать. Но, тем не менее, нашему герою похуй, и он открыл с этой стороны. Ладно. Все, мы свободны. Все, конец. Да, все, мы прошли. Я так понимаю. Ай, господи. Вот поэтому я больше месяца не записывал, потому что хорроров новых нету. И вот такую херню играть просто уже не хочется. Ай, ну и на этом спасибо. С вами был Женек. Всего доброго, до встречи.